Наш последний адвент-календарик, 23-е. Завтра уже немножко по-другому будет. Адвент-календарь. Макс, иди открывай. Не, не хочешь? Ну, играйся. Я тебе сама принесу. Так, кому? Кому няшку? Самую красивую. Так, подожди, здесь были. Одну тебе. Одну сестре. И Максу самый особенный. Держи игрончик. Привет. Писати. Машка. Да ты отки. Коля. Как мне открыть? Как мне открыть? Паника, паника. Ну вот так открывай, как умеешь. Давай. Да неужели? А что ноем-то так? Читаю как! Не. Я думаю, мама одной рукой их открывает. Держи. Пожалуйста, осторожненько вытаскивай. Покажите маме, какие они. Это баба Наталья. Баба Наталья, какой красивый. Да, вот здесь. Класс, супер. Ой, грызуны. Уже откусили шапку. Так, сын у нас играется весь день в приставку. PlayStation, счастливый. А я отработала с утра, потом поехала, купила покупки. На работе меня угостили вот такими штучками. Они жареные с медом. То есть их можно еще больше полить медом. Они будут вообще. Но я попробовала, если честно, очень вкусные. Такие штучки. Это, по идее, это национальное блюдо тут для карнавала. Но мне дали вот сейчас. Угостили остатками пряничков таких вот в шоколаде. Очень вкусные. Потом, что мне там дали? Рис обыкновенный. Тоже какие-то печеньки простые. О, пирог. Половина пирога. Яблочный с капельками шоколада. Как раз дети такое любят. Тоже какое-то печенька. В общем, мы дали все, что было. Ну, я никогда не отказываюсь, потому что очень часто получается такое, что я, например, какого-то... Такое вот я, например, часто не покупаю. Дети такое любят. Вот. Вот такое вот дали. Тороне. Тоже национальное итальянское праздничное угощение. Ну, я не знаю, что они доложат, но в середине орешки и такая вот белая штука. Так, дальше у меня тут немножко конфет было. Вот, всяких разных шоколадных. Обычное каритасовское печенье тоже мне отдали. И самое главное, это большой вот такой панеттон. Он считается один из самых дорогих в Италии, один из самых вкусных. Что в середине, с чем он, я не знаю. По идее, миланезе. Не знаю, какой это миланезе панеттон, но панеттон у них традиционный, традиционный тортик для Рождества. Сейчас Максимка мне принесет сумки с моими покупками в Евроспине. Это у нас последняя предпраздничная закупка, скорее всего. Дальше мы ждем Бонни Спезе, это билетики на питание. И будем с них покупаться в ближайших магазинах. Скорее всего, здесь в Кальванико или максимум в Фишано внизу. Так, пока Максимка нес сумки, папа нам передал вот такое вот. Папа, ты это купил? Да, потом вам что поставил. Мог себе просто шампанский купить, бо панеттоны у меня есть. Не штуки знаю, 4 или 5. Окей. Okay. Итак, сначала то, что у нас в холодильнике в морозилку. Я, поскольку я закупилась на ближайшие 2 недели, то я взяла несколько сыров. Вот, один маздам и 2 гауды. Много сосисок. Вот. Панчетку много. Был по скидкам сыр тертый. Взяла тоже, у нас тут кулечек заканчивается. Крабовые палочки на салат взяла 2 штучки. Вдруг нам захочется. Вот такая штучка. Такино, индюшатинка. Потом было мяско по скидкам. Так что мы на ближайшей неделе будем с мяском. Хлебушек нарезанный уже. Йогурты клубничные 3. С такими вот ягодками. Где-то был вроде еще такими ягодками. И один с бананом. Вот. 2 кефирчика. Пельмешки. Равиоли. Потом эти сосиски у нас на оливье, потому что они самые вкусные.
нашла дешевые гамбери. Вот. Дальше наборчик очередной будет бурячок. Потом йогурты вот такие вот, целые ведерки. Раз, два, три. И тут у меня виноградики я набрала немножко. Потому что он мне понравился. А мы этой осенью, по-моему, его не наелись. Очень красивый был, такой желтовато-розовый. Красивый. Взяла также гель для душа, потому что вроде заканчивается там. Детям соки разные. С яблоком, бананом и персиком. Они их обожают. И молоко в упаковку на 12 штук. Дальше у нас чипсики. Сладкий хлебушек. Макс его обожает, да, Макс? Да. Печеньки такие, печеньки с гречкой. Туалетная бумага, рулон салфеток. Сок с ягодок, сок яблочный. Ну и всякие вкусняшки. Немножко картошки. Немножко картошки. Взяла попкорн еще девчонкам. Батарейки мне нужны были. И кукурузная баночка. Баночка кукурузки. Все. Вот это и все. Дорогие мои подписчики, в этот очень сложный для многих из вас год вы внесли огромнейший вклад в развитие моего канала. Поэтому сегодня я вас благодарю за то, что вас уже целая тысяча. И я желаю вам в следующем 2021 году много приятных радостей, которые будут вас греть вам душу целый год. С наступающим вас!